Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы сегодня будем играть в мотоцикл Mechanic Simulator 21 года. Выставил настройки, вроде все хорошо, и мы с тобой начинаем. Имя игрока, меня зовут, соответственно, Дмитрий. Правильно. Нормальный режим, по каждому кредиту начисляются проценты, чем выше сумма, тем ниже процентная ставка. И единовременно может быть открыт только один кредит. Пропустите сюжет и начните игру с неограниченным количеством денег. Нет, давай мы с тобой начнем нормальный режим, чтобы типа пройти обучение, конечно же пройти, потому что я же вообще не знаю ничего в мотоциклах. Будем сейчас разбираться с тобой вместе. Да. Колесико мыши или клавиши QE, чтобы приближение и отдаление. Угу. Чтобы отдалять запчасти и приближать эти запчасти. Давай попробуем разобраться. Откройте меню, откройте план. Ой. Я, короче, потрогал на все настройки. Я выкрутил в минимум все настройки. И очень странно, что пишется у меня сверху FPS-ка. Она пишется 60 и аж очень хочет перепрыгнуть сверху. То есть 62, 63, она там так часто измеряется, что даже непонятно. Суть в том, что камера дергается. Мне это не нравится, меня это раздражает. Но ладно, откройте меню. Открыл. Так, откройте... Как закрыть меню? Откройте планшет. И перейдите к списку покупок. Ага. Это ваш планшет, на котором установлено много полезных приложений. Выберите приложение «Почта». Ой, как тут все фризит. Жуть. Обучение. Так, обучение. Это обучение. Просто в приложении «Почта» можно выбирать задания и управлять ими. Нажмите «Принять» текущее задание, чтобы продолжить. Принять. Хорошо, давай примем, посмотрим, что здесь в этом задании есть. Просто я хочу эту серию минут в 25 запилить, чтобы она была не длинной, чтобы посмотреть эту игру, чтобы вообще чё к чему. Напоминает мне пока что House Flipper. Добрый день, поздравляю вас с открытием собственного дела, быть механиком, наверное, здорово. Во время последней поездки у меня спустило переднее колесо, отремонтируйте его, пожалуйста. Также нужно проверить уровень масла. Хорошо, давай проверим. Так, и как? Вот так. Нифига себе, какой у тебя классный мотоцикл. Чтобы начать работу с мотоциклом, выберите нужный сектор. Для выполнения нашего задания подойдите к переднему колесу. Для этого нажмите... Я так понимаю, вот эту. Удерживайте левую кнопку мыши на переднем крыле, чтобы начать демонтаж. Все верно я делаю, нет? А что? Ой! А зачем я закручиваю винтики, эти, как их называют, я выкручиваю, все. Как они называются-то? Гайка — это та же то, что с дыркой. А это... Хрен его знает, забыл, как называется. Слово забыл, представляешь? И чего? А я же снял. Или нужно еще с другой стороны такую же операцию провернуть? Не, вроде нельзя. Тихо. А мне же нужно что? Я же уже все сделал. Не все сделал, видать. То, что можно вытащить, оно зеленым отмечается. Да, вот так. Капец. Ты представляешь, сколько здесь работы? Ура, с первыми винтами справились. Теперь можно снять правый... Может, я вот это лишнее снял? Перо вилки. Это было левое. А вот правое нужно снять вот каким образом его снять? Я, может, что не понимаю? Я все поснимал, просто нужно было же правое снимать, а я левое снял случайно. Ага, зажим. Правый зажим. Прям House Flipper, только в мире мотоциклов. Сейчас очень поздно, я очень хочу спать, поэтому если я буду путаться в словах и запинаться, и буду тупить, то это мое нормальное состояние, не переживай. Так, что здесь? Теперь следующую. Так, это вообще тормозную колодку надо снимать, нет?
Что-то мне явно другое показывает, что нужно снять, но я уже, походу, перепрыгнул немножечко через голову свою и через задание, поэтому... Поэтому нужно делать именно так. Ты уберись. Так. А, вот что нужно было убрать. А, теперь можно тормозным диском заняться. Хорошо. Что-то я все поснимал, вообще все поснимал. Можно было бы просто пару раз ударить молотком. Нажмите Escape для выхода, и нужно подойти вот к этой вот ерундовине, да? Так, чтобы использовать, нужно нажать на правую кнопку. Разобрать колесо. Угу. Когда процесс разборки завершится, нажмите правую кнопку и выберите пункт «Взять колесо». «Взять колесо». Вот мы и закончили первую часть этого задания. Теперь зайдем в приложение «Магазин» и купим новую шину. Нажмите «Tab», чтобы открыть планшет. Открываем «Магазин» и шину покупаю. «Urban Night Choppers». А где он есть? А, вот он. Выбрал. А почему именно «Хавк»? Почему не «Фалкон»? Подвисает, жуть. Выберите переднюю шину. Так, это мне нужно... Это явно не трансмиссия, не руль, колесо. Передняя шина классика. А передняя шина классика — это вот это получается? Скорее всего, да. Ну, выбрал. Что нужно сделать? А, и купите. Отлично, теперь нажмите Escape или Tab, чтобы закрыть планшет и продолжить выполнение задания. Почему не написано, что несколько раз нужно нажать? Так, теперь мне нужно с тобой сделать что? Собрать колесо. Переднее колесо. Ну? Когда процесс сборки завершится, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Взять колесо». Теперь нужно подойти сюда, да? А, нет. Балансировочный станок еще нужен. Так, ну я примерно знаю, как он выглядит, но где он? Там такая штука крутящаяся должна быть. Это я точно знаю. Где он здесь? Его здесь нет. Нажмите Tab. Нажмите Tab, магазин мебели. Устройство. Балансировочный станок. А куда бы его положить? Нажал на Tab, беру теперь... Захожу в инвентарь. А где инвентарь у меня? Инвентарь у меня. Собака такая. Инвентарь, вот он. Фига, сколько у меня запчастей. Установить. Ну, установим мы его куда? Куда мы его установим? Крутить-вертеть можно зато, вот это счастье. Так, а куда мне его поставить, чтобы он мне не мешался нигде? Ну, вообще вот здесь должен он стоять. Правильно? Правильно. Вот сюда поставлю. Блин. Ну все вроде колеса должны поместиться. Правой кнопкой тыкаю. Отбалансировать колесо. Переднее колесо классика. Ой, нифига себе, оно восьмерочкой бегает. Ну как мне показалось, а возможно и нет. Возможно и нет. Так, у нас с тобой где-то 10 минут записи уже. Правой кнопкой мыши взять колесо. Мы с тобой два задания выполним, то есть сейчас вот это выполню и следующее. Чтобы монтировать детали, нужно войти в режим сборки. Для этого используйте переднее колесо на пустом секторе или в режиме правой кнопки мыши в режим приближения выберите режим сборки. Чего? Чего? Я не очень понял. По факту мне нужно... А, можно вот так просто сделать было. Неплохо, давайте установим наше новое переднее колесо на место. Для этого держите левую кнопку мыши на его полупрозрачном изображении. Так, теперь установим остальные снятые детали на их места. Удачи, спасибо. А, собирать можно вообще в любом порядке, отлично. Блин, хорошо, что хоть собирать нужно в любом порядке. А то я бы здесь замучился. На самом деле, это тяжело было бы. Так, вот сюда вот что-то надо было присандалить. Это я точно помню. Вот
Да, кстати, тормозной диск нужно установить, да, я про него уже совсем забыл. На тормозной диск тормозную колодку устанавливаю. Чего это? Я понял. Так, а как отдалиться? Вот так отдалиться. Вот так. И вот сюда вот зажим еще поставить нужно. Его закрутить на ту его кучу болтов. Перо вилки левое. Ось переднюю поставить нужно обязательно. И что-то еще, мне кажется, я забыл. Тормозную колодку забыл поставить. Суппорт обязательно тоже нужен. Крыло нужно обязательно тоже. Нифига себе, у крыла сколько креплений. Я думал, это что-то более серьезное откручивается. Это, оказывается, просто было крыло. Так, фиксатор нужен. Фиксатор на 3 болта, это справедливо. Но когда ты крепишь вот эту вот защиту на хрену тучу болтов, это как-то вызывает странные мысли. Гильза цилиндра, это что такое? Это куда-то здесь или что? Очень хорошо, теперь дольем масло, чтобы завершить вторую часть задания. Чтобы завершить вторую часть задания. Перейдите в другой режим. Для этого нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт обслуживания мотоцикла. Обслуживание мотоцикла. Найдите крышку маслозаливной горловины. А как мне ездить? Ну вот тут она где-то должна быть, маслозаливная горловина-то, нет? Ни хрена себе, у меня сейчас телефон завибрировал. Замена масла. О, блядь, здрасте. Какая-то странная история. Мне говорили, нужно найти маслозаливную горловину, а не фильтр. Отлично, теперь удерживайте левую кнопку мыши для наклона канистры, пока не увидите символ максимального уровня масла. После выполнения задачи выйдите из режима приближения, нажав Escape. Хорошо. Делов-то. А, это все или не все еще? Все, наверное, да? Да, все. Хорошая работа. Если вы закончили сборку мотоцикла, на нем можно прокатиться. Нажмите Tab, чтобы открыть планшет, затем выберите приложение карта. Так, надо выйти и теперь карту нажать. Используйте это приложение, чтобы путешествовать по разным местам. Выберите порт, пункт назначения и мотоцикл, над которым вы работали в ходе задания. В ходе задания. Вот этот я выбираю, над этим же я работал, правильно? Правильно, микрофон включен, хоть я сижу, разговариваю сам с собой. Время уже много. А я сижу, записываю вечером. Потому что занят был до жопы просто, ты не представляешь вообще просто... Можно продавать запчасти. Это, конечно, хорошо. Это я видел в инвентаре. Можно нажимать на кнопочки и продавать запчасти гораздо дешевле, чем ты их покупал. Но ничего страшного. Ух, ёпть. Слушай, классная штука. Откройте планшет, пауза. Все, докатался. Молодец. Ну, в принципе, ладно. Перезапуск мотоцикла нужно нажать. То есть мне здесь еще задания какие-то. Отсюда и начнется ваше приключение, как и многие молодые предприниматели. Пойдем. Пойдем вот сюда. Ну потому что, типа, что нам ждать? Пойдем еще одно задание с тобой выполним. И можно будет спокойно отдыхать. Хорошая песня. Ну что же, вы выполнили все части задания. Мотоцикл полностью собран. И теперь задание можно завершить. Зайдите в приложение почты на планшете. Хорошо, завершить. Мне дали уровень новый. Мне дали денежку какую-то. Мне дали что-то еще. И поздравляем, вы только что закончили свое первое задание. Вы заработали немного денег и очков опыта. Кстати, похоже, у вас есть свободные очки опыта. Давайте откроем планшет. И... будем с тобой изучать какие-то навыки. Пассивные, активные,
Хер бы с ними. В этом приложении можно покупать навыки, чтобы в итоге стать супермехаником. Также вы можете отслеживать свои успехи в освоении пассивных навыков. Чтобы купить доступный навык, нажмите левую кнопку мыши. Новый квест. Свалка. Блять, свалка мне не нужна, подожди. А, вот оно, снизу почему-то. Я на нее даже не обратил внимания. Разблокирует доступ к электронному мультиметру. Это круто. Поздравляем, вы завершили обучение. Вот вам немного денег на покупки. Отлично, хорошо, наконец-то. Почта. Цели. Так. Нифига ты, конечно, дружок. В районе заднего колеса. Вот это давай сделаем. Будем с тобой чинить сейчас мотоцикл для того, чтобы мужик смог или кто-то там смог совершить путешествие по другому континенту на своей банке, хотел сказать, но нет, на своем байке. Пожалуйста, подготовьте его. Хорошо. И что мы с тобой делаем? Замени бак. Так, бак. Осмотр, демонтаж. А зачем спидометр снимать, если я могу его не снимать? Как все сложно здесь. Топливный насос еще мешается. Так, что это такое? А, масло отсасывается. А, бензин, скорее всего, это отсасывается. Угу. Ну нифига, мы с тобой молодцы, бак сняли уже. Так, бак сняли. А вот это, чё, где оно есть-то вообще? Кофр. Крышка блока предохранителей. Крышка предохранителя, вот она. Здесь тяжело. Понимаешь, здесь тяжело понять, где здесь что. Крышку я заменю, ладно, хрен с ним. А вторая где? А вторая эта крышка где? Жесткий кофр. Ля, нашел. И... вторую крышку предохранителей нужно найти нам с тобой. Спидометр, кстати, я его тоже снял. Пробка резервуара. А какой резервуар? Блять, как здесь все тяжело. Где здесь можно найти еще одну коробку с предохранителями? Это патрубок радиатора, это все не то. Крышка предохранителя один, а второй-то где? Видать, где-то там, где мы с тобой ее не найдем. Потому что это первый предохранитель. Ну и хрен бы с ним, да? Как бы ничего страшного. Пойдем. А, куда пойдем-то? Магазин. А как узнать, какой мотоцикл у меня сейчас? Наведите на деталь. Мотоцикл? Ты что у меня за мотоцикл? Не, давай выйдем в почту, посмотрим на задание. Urban Night Choppers Havk. Хорошо. Назад. Магазин. Вот этот. И погнали. Кофр. Я буду поиском искать это все. Жесткий кофр. Купить. Бак. Бак. Классика, наверное, да? Или что? Или какой? Наверное, да. Купить. И... крышка. Блока. Предохранителей один. Кстати, она здесь всего одна. Почему здесь две? Не знаю, не пойму откуда. Пробка резервуара. Так. И спидометр. Спидометр у нас вот он. У меня 14,5 тысяч долларов. Нифига себе. Так, допустим.
выходим и снова собираем. Только мне нужно сборку нажать. Село хрен с ним. Бак новенький нужно поставить обязательно. Посчитается мне за замену? Если да, то отлично. Да, отлично, посчиталось. Спидометр новенький. Красивый, новенький, блять. Какая красота, какой я молодец, а все-таки. Так, а что там еще? Еще два болта. Топливный насос, а на кой я его скрутил вообще? А, нужен, наверное, нужно было его скрутить. Чего? А, квест опять. Квест добавляют, добавляют. Жесткий кофр. Не понял. Мне что, нужно было... А где первая тогда крышка? Серьезно? Я все понял. Так, а как снять-то ее? Сборка, демонтаж, говорю. Ух, бляха, мух, как сложно. Чё не снимается-то она, ну? Чё такое? Так, магазин. Я опять не пойму, что это за хрень. Что со мной не так? Крышка, блок предохранителя один. А второй здесь, в принципе, нет. Ты ж понимаешь, да? И я тоже понимаю. Вот она. Все. Вот теперь. Вот теперь. Я все понял. Вот она, вторая. А теперь я смогу открутить. Не смогу открутить. А что это она не откручит? Я все понял. Желтым же отмечается. Что-то не мешается. Седло. Так, а сейчас что мешается? Погоди. А КБ мешается, неужели? Кто такой придумал вообще? Блядь, как же сложно-то. Кто придумал-то это все? А теперь мы с тобой собираем. Крышка первая. Прикручиваем. Блок предохранителей. АКБ не забыть. Потому что я могу забыть его прикрутить и все. И потом буду думать, что же я забыл. А, новенькую крышку. Седло. Так, и вроде бы как бы все. Да? Да. Так, что-то с задним... С этим... С задним... С задним колесом. А что там с задним колесом может быть? Не знаешь, я тоже не знаю. Давай разберем, посмотрим. А как я должен это вообще понять? Погоди, нет, давай отменим. Как я должен понять, по какой причине там все скрипит? Я же, знаете, не знаю, я же не этот, я же не механик на самом-то деле. Ну, с виду, типа, нормально все выглядит. Вроде по-человечески. Хотя, надо, наверное, все открутить. Просто все открутить. И потом, если что-то будет с большим износом, просто купить новое. Вот и все. Я так и сделаю сейчас. Так, что нужно откручивать? Подвеска. Фара задняя, блядь. Зачем фара-то здесь вообще приспичилась? А тихо-тихо-тихо, нет. Вот это я откручу. Что здесь еще мешается? Да, отодвинься подальше чуть-чуть. Чуть-чуть подальше. Так, что здесь еще можно снять? Вот это можно снять. Ну, откручивай. И колесо по факту ни на чем не держится больше.
кроме вот этой чудесной остальной части мотоцикла, да? Да, круто. Давай посмотрим, что у меня в инвентаре вообще есть. Отстань. Можно было так осмотреть. Ну там, конечно, все показывается, что все хорошо. Ну, типа, он сам особо не знает ничего. Так, демонтаж, погоди. Мне нужен инвентарь. А я отсюда не могу его открыть, как жаль. Да не туда. Нужно инвентарь открыть. Бак плохой, это плохой, это плохой, это плохой, это плохой. Пробка резервуар плохая, это плохой. Тормозная колодка. Можно поменять. Тормозная колодка задняя левая. А правая? А правая не нужна ее, нет? Ну-ка давай посмотрим, что там с правой колодкой. Задняя правая нормальная. Задняя левая, короче, нам нужна с тобой. Магазин, задняя левая. Задняя левая колодка. Купить. И пошли собирать. Все, все, вот по факту. По факту. Здесь как бы все сделано. Ну, как знать. На самом деле я даже не знаю, что получится из этого. А, да, смотри-ка. Все. При торможении слышен писк. И справилась. Выполнилось задание, все хорошо. Вот, блин. Не так я безнадежен. Да что ты будешь делать? Ну по... Блять. Ременный привод. Задняя правая. Суппорт. Так, а тут что? Тут еще фиксатор суппорта. Жук-жук. Так, все получается. Все собрал. Все собрал. Ну, по факту, вроде как бы. Как бы все. Карта. Поедем прокатимся на нашем с тобой чудесном мотоцикле. А что с ним не так? Че? А, бензина нет, ёпть. Вот я тебе говорил же. Обслуживание. Ага. Хотел клиент своего обмануть и уехать на его бензине. Но нет, не тут-то было. Поехали, прокатимся и закончим на этом нашу серию с тобой. Ну потому что, уже хватит. Уже у меня, например, 35 минут записи идет. Я хотел в 25 минут уложиться, но как-то не получилось у меня в 25 минут уложиться. Ну, как всегда, короче, мы с тобой уже не первый день знакомы, мы не умеем быстро все делать. Нужно медленно, размеренно подойти к этому занятию, и по итогу выйдет у нас к часу серия. Угу. Ну, поехали. Расшибемся на этом еще мотоцикле. Уже почти 100 километров в час. Гляди-ка. Поворачивать на нем страшно, конечно. Все, разлетелся. А мотоцикл поехал дальше. И мы с тобой. Что делаем? Нажимаем вот сюда. Блин. Нажимаем вот сюда. Идем обратно к себе в мастерскую. Отдаем мотоцикл, задание выполняем. Получается, сделали уже все. Да? Да. На превьюшку надо его еще заскринить, чтобы он был красивый такой во весь экран. Вот как-нибудь вот так вот его надо заскринить. Угу. А можно как-нибудь его просто осмотреть? Не знаю, я... Хотел бы, например, его, может быть, без такого дикого освещения смотреть. Хотя, может, я что-нибудь другое придумаю. Хрен бы с ним. Так, почта. Почта, где моя почта? Почта, вот она. Завершить. На ваш счет поступило $677. Ну и хорошо.
С вами мы прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. И увидимся в следующих сериях. Обязательно всем до встречи и всем пока.